Быть христианином. Если внимательно понаблюдать за нынешними христианами и представить их душевное состояние, то можно заметить, что они вовсе не задумываются о том, насколько это значительно и сложно быть христианином. Сколько труда и внимания требует исполнение духовных обязанностей. С утра до вечера они предаются земной суете и ни разу не обратят своего сердца к Господу. Даже самая малая опасность и препятствие могут поколебать их стремление к Господу и любовь к Нему, поколебать их веру. Апостол Павел свидетельствует, как трудна и важна христианская жизнь для внутреннего укрепления, твердости и стойкости, то есть для полноценной духовной жизни, требуется большая жизненная сила и энергия. Причем нельзя полагаться только на свои силы, но нужна и помощь Спасителя. Быть христианином – это значит вести неустанную борьбу против господствующих в мире злых сил и духов. Потому христианин всегда должен быть вооружен духовным оружием, ибо его духовные враги ежесекундно готовы поглотить его. Прибавим к этому необходимость борьбы с врагами видимыми, злыми людьми, с собственными страстями и порочными наклонностями, которые вечно соблазняют и отдаляют от Господа. Но если мы всегда и везде блюдем нашу великую христианскую веру и укреплены Божией благодатью, то легко воспрепятствуем всякой опасности и с успехом продолжим свое духовное восхождение, преодолевая врагов и соблазны. Апостол Павел учит и тому, каким образом христианин сможет укрепиться. Поскольку этот мир – море лжи и несправедливости, то неминуемо утонешь в нем, если не облачишься правдой и истиной. В своей земной жизни христианин должен хранить в сердце тот мир и покой, что дарованы нам евангельской благодатью. Вера должна быть щитом христианина, а Слово Божие – копьем в его руке. Лишь вооруженный подобным образом христианин сумеет победить духовных и телесных врагов. Невредим пройдет сквозь многочисленные опасности и утвердится в Царствии Божьем.